Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Лайт, очередное видео на моем канале. И да, что у нас сегодня правильно? Раз, два, три, четыре, ча. Ча-ч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 а. Ух, чайный час. Толпа ревет, звезды падают. И да, если вы не помните, что такое чайный час, то это те видео, в которых я сажусь перед вами, наливаю себе чашечку чая, танцую, или кофе, или потанцуем, или что, я запутался, неважно. Я сажусь перед вами с чашечкой чая или чего-то покорячее и сажусь. И сажусь и сижу. Короче говоря, вы поняли, я уже не могу разговаривать, снимать видео, потому что я болею. Так вот, да, чайный час. Мы садимся перед друг другом, жалуемся на жизнь, что у нас происходит, обсуждаем насущные проблемы, изливаем душу. Короче говоря, общаемся, потому что чайный час создан для любви. Боже ты мой, убейся. Так, давайте пройдемся по списку вещей, которые я хочу сегодня обсудить, потому что чайного часа не было давно, очень давно, и вы понимаете, что первая причина – это боль, а вторая – все твои мечты, неважно. Так, реверс бэк. Так вот, список вещей, о которых я хочу с вами поговорить, их очень много, я очень много хочу вам рассказать, очень много я хочу с вами обсудить, очень много у меня вещей, которые я хочу поделиться, и первая из них это заставка к чайному часу. И это была единственная причина, на самом деле, почему я не снимал чайный час так долго, потому что я обещал вам новую заставку, и я такой, у меня нет идей, я ничего не хочу снимать, зачем мне это нужно? В задницу. В итоге чайного часа не будет несколько месяцев. До свидания. В итоге сейчас что происходит? На время съемки этого видео, когда оно выйдет, я не знаю. Но если оно выйдет, знаете, сейчас заставки чайному часу нет. Ее не существует, я буду обрабатывать ее, потому что я уже устал, потому что нужно просто, чтобы она была. И я надеюсь, она вам понравится, я надеюсь, она мне понравится, потому что я ее не выпущу до тех пор, пока она мне не понравится. И надеюсь, что потом, когда я вернусь в Нью-Йорк, у меня будут какие-то, не знаю, креативные идеи, чтобы снять что-то новое и что-то прикольное. Поэтому сейчас у нас есть вот это, надеюсь, она вам понравится. Идем дальше. Давайте теперь поговорим о насущной проблеме, о моем здоровье. Если вы не знали и не чувствуете еще, не слышите, не видите, я чуть-чуть заболел. Не то чтобы чуть-чуть, 2 дня назад я вообще не мог встать с кровати, и поэтому я прервал свой марафон съемки видео, об этом мы тоже чуть поговорим. А как раз таки на то, чтобы поболеть чуть-чуть, потому что я не мог встать, я не мог вообще двигаться, иногда у меня было настолько вот плохо и больно, что я просто такой думаю, боже мой, 16 этажа, можно уже скинуться, потому что хуже уже не будет. И в итоге сейчас прошло уже 2 дня как раз таки с такого самого... Вершины, что ты пытаешься сказать, как это называется, с верхушки, нет, не с верхушки, что я хочу сказать, короче, прошло уже 2 дня, со дня апокалипсиса, назовем его так, вот этого болезненного, потому что сейчас я чувствую себя более-менее, сейчас у меня уже нет такой сильной головной боли, или я кашляю, или сопли, или чего-то еще, я просто наслаждаюсь жизнью, пытаюсь себя как-то не утруждать слишком сильно, чтобы просто переболеть и вернуться на учебу. Тоже об этом поговорим, как-то, не знаю, в здравии и как-то, не знаю, более-менее отдохнувшим и адекватным, потому что, черт возьми, знаете, что самое смешное? Учеба у меня в университете начинается на этой неделе. Я планирую туда приехать только на следующей, пропускать 2 недели учебы, поэтому, если вы думаете о том, чтобы прогуливать, можете смело прогуливать, я вам разрешаю. Еще одна прекрасная вещь, о которой хочу с вами поговорить, это то, что я буду в Москве 8 сентября на Ветфесте. Стоп. Я специально встаю в 2 часа ночи, в 5 утра тащусь на вокзал, чтобы сесть на Сапсан и приехать в Москву, к вам, на Ветфест. Я буду выступать у стенда Лабиринта, это книжный магазин, который, собственно, привозит книжных блогеров на Ветфест. Ребят, у меня там будет целый час, когда я буду рассказывать вам всякое дерьмо. И книги, и сериалы, и вот это, и 5-е, и 10-е. Поэтому приходите, я буду вас ждать. Если у вас уже есть билет на Ветфест, отлично. Если нет, идите покупайте. Если вы еще думали, идти ли мне на Ветфест или не идти, идите, там буду я. Уже вот этого будет хотя бы достаточно. Со мной может быть сфоткаться, пошутить про смерть, пощупать меня за задницу, если вам этого хочется. Все что угодно. И за меня даже платить не надо, потому что я буду просто там. Давайте я еще раз быстренько все проверю. Да, я буду выступать на стенде Лабиринта 8 сентября на Ветфесте в Москве с 2:30 до 3:30. Поэтому приходите, будет очень весело, будет очень прекрасно, будет очень жарко. Так, о чем мы еще с вами будем говорить? Да, вот что я хотел сказать. На канале 90 тысяч персиков. Зрителей, подписчиков, неважно, как вы себя назовете, вы часть моей прекрасной семьи, моего прекрасного сада персиков. Спасибо вам огромное. Мне кажется, каждый раз, когда мы доходим до какой-то цифры, или у меня на видео становится больше просмотров, или что-то в этом духе, или появляется какая-то прям слишком активная активность, я забываю говорить слишком много спасибо и слишком много того, как я вас люблю. Поэтому спасибо вам огромное, и я вас очень сильно, мать его, люблю. Просто это настолько для меня приятно, потому что
ваша активность, ваши комментарии, ваше все заставляет меня реально снимать видео каждый день, поэтому спасибо вам огромное, и спасибо, что вы есть, спасибо, что меня смотрите, и спасибо, что не бросаете меня, потому что я знаю, что многие блогеров бросают, когда они надоедают, или им становится скучно, или что-то в этом духе, поэтому спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас невероятно сильно люблю, и спасибо, что являетесь частью моей семьи, которую я сам взращиваю. Я пью сейчас травяной настой, потому что я болею, и мне, как известно, нужно выздороветь, чтобы не заражать вас и нормально говорить, потому что целый час лякать — это тоже труд. Ну, еще я сижу в таком, знаете, outfit, look, свитер, Нью-Йорк, кольца, все дела, просто damn shit. Короче говоря, надеюсь, вам нравится, потому что я не хочу натягивать свитер, потому что мне очень жарко, но как бы outfit, все дела, тут сосочек подсвечивает, shit. Ну-ка, ну, сейчас модели были, ну-ка, стойте, подождите. Yes, beach work. Там модель по-американски, beach. Так, я думаю, что пришло время поговорить о чем-то неприятном для меня и приятном для вас, потому что вы думаете, о боже мой, драма, сейчас начнет изливать нам душу. Так вот, да. Вы наверняка заметили, что в августе было очень много видео. Вот серьезно, видео буквально каждый день, вам это очень нравилось, мне самому это очень нравилось. Но произошло это, как вам сказать, все вот эти видео, вот эти идеи, вот этот монтаж, это все произошло, потому что у меня случился нервный срыв в начале августа, потому что у меня закончились отношения. Как и любовные, так и дружеские, с людьми, которые мне очень были небезразличны. Это были люди, которых я очень сильно уважал и так далее и тому подобное. Мне закончилась дружба с одним человеком. Я очень сильно не хочу вдаваться в эти подробности и рассказывать вам это все в том плане, что я не хочу, чтобы у вас были какие-то остаточные впечатления о человеке, что вот это произошло, вот это поменялось, вот это изменилось и все остальное. Я просто говорю вам, что есть, и то, что считаю нужным. Потому что я не хочу от вас что-то скрывать, потому что вы сами, наверное, догадываетесь о каких-то вещах. Я просто хочу вам сказать, что у меня теперь на одного друга меньше, и отношения, которые длились у меня 5 месяцев, как раз-таки тоже закончились, поэтому... Ой, это два разных человека, если что. Вы, может, подумали, что я там встречался с кем-то 5 месяцев, и потом у меня друг ушел, и все остальное. Это два разных человека абсолютно. И, честно, у меня случился в начале как раз-таки августа огромный нервный срыв. И, возможно, случилось так, что вы этого не заметили, но, опять же-таки, я очень хорошо умею скрывать свои негативные эмоции, потому что я такая мразь. Нет, по факту, мне было очень плохо несколько дней. В эти дни я просто старался как-то, не знаю, преобразовывать то, что у меня происходят какие-то позитивные вещи. И вот так и подумал. Меня заколебало, что я не могу получить вот это, то, пятое, десятое, потому что я так стараюсь, чтобы у меня было все, и чтобы у меня все было прекрасно, а в итоге я не получаю ничего. Есть какая-то пословица, которую я забыл, как она. Нельзя что-то получить все, что хочешь, или что-то в этом духе. Короче говоря, я вспомню потом, может быть, где-нибудь внизу напишу. Так вот, да, я заколебался просто сидеть с тем фактом, что я не могу получить все, что я хочу. И я подумал, раз уж у меня вот этого нет, и вот этого нет, зато у меня остался мой канал. И значит, мне пора вылезать из этой жопы, которую как раз-таки я сам себе задвинул. Я решил, почему бы мне не начать снимать каждый день? Что будет, если что изменится? Как вообще поменяется моя жизнь? И в итоге что? Вам это нравится, мне это нравится, мне так нравится чувствовать себя продуктивным. И столько видео полезных вышло, которые вам помогли, которые просто меня вдохновили на то, что нужно двигаться вперед, мать, все происходит, все, что происходит в твоей жизни, это к лучшему, не важно, что происходит, даже если это плохое или хорошее. Просто двигаемся вперед. И сейчас я понимаю, что через месяц, может даже меньше, у меня будет 100 тысяч на канале. И для меня это так прекрасно, потому что мне кажется, что когда у тебя на YouTube-канале больше 100 тысяч человек, тебя наконец-то начинают воспринимать серьезно, как раз-таки в этом сообществе и вообще везде. Разливаю чай чуть-чуть. И знаете, я просто понял, если мне не везет ни в любви, ни в дружбе, значит везет в карьере. Так и оказалось. Сейчас я полностью сосредоточен на своей карьере, потому что у меня последний курс в университете, у меня последние 4 месяца моего последнего семестра остались. И я понимаю, после этого начнется реальная жизнь, насколько она может быть реальной, и я не знаю, что с этим делать. Поэтому я хочу сосредоточиться на том, что действительно делает меня счастливым, и это моя карьера. Давайте, наверное, закроем эту тему и перейдем к учебе. Понимаете, что у меня реально учеба начинается на этой неделе, а я приезжаю только на следующей, и то пропускаю следующую неделю учебы. Потому что я могу, умею, практикую. У меня еще куча дел здесь, у меня куча работы, у меня куча вот этого всего катого 10-го и всего остального, и 8-го, и 9-го, и 11-го. Поэтому я такой... Вы же понимаете, что как бы я лечу из России, да? Если вы еще не знаете, то у меня в университете остался всего один семестр, 4 месяца, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. После этого я должен выпуститься. И честно, после этого я не знаю, что я буду делать. Возможно, я останусь в Нью-Йорке, возможно, я что-то сделаю своей жизнью. Но все вот эти 4 месяца я постараюсь заботиться о том, чтобы как-то, не знаю, подготовить себя к тому, что меня ждет. Я постараюсь ходить на пробы, я постараюсь выпускать больше видео, я постараюсь разнообразивать,
разноображивать. Боже мой, что это? Короче говоря, буду делать больше контента, больше влогов буду снимать для вас, потому что теперь у меня есть камера, хотя бы какая-то адекватная. Я буду больше фотографий делать, я буду развиваться во все стороны, потому что я понимаю, что настало время, наконец-то, делать эти шаги, которые повлияют на мое будущее, потому что если не буду этим заниматься, никто меня никуда не позовет, никто обо мне не узнает, никто меня не увидит и все остальное, поэтому я буду делать все. Я не буду себя ограничивать, я буду делать то, что мне нравится, и то, что может мне не нравится, но я буду это делать, потому что я хочу достичь вот этих вот вершин. Вот слово, вершина, да. И знаете что, я считаю, что я этого заслуживаю. Я заслуживаю успеха, я заслуживаю, чтобы со мной случались хорошие вещи, я заслуживаю зарплаты хорошие, я заслуживаю, чтобы меня узнавали, я заслуживаю всего. Я сейчас опять рыдать начну. Так вот, я считаю, что я этого заслуживаю. Не потому, что я там какой-то невъебенно восхитительный и все остальное. Я просто в это верю и считаю, что это так должно быть. Если мне не везет в этом или в этом, я хочу, чтобы мне повезло вот в этом. А значит, мне нужно что-то для этого делать. И я хочу, чтобы вы тоже в себя верили, потому что я понимаю, что начало года, сейчас вы, возможно, чувствуете какой-то прилив энергии, что вот я буду заниматься, учиться, готовиться и все остальное. Но потом, ближе уже как раз-таки зима-осень, вот этот период, мы все страдаем от дикой грустинки, у кого-то депрессии, у кого-то еще что-то. И я просто хочу напомнить, чтобы вы не сдавались. Просто идите вперед. И да, ребят, на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще меня смотрите. Я вас очень сильно люблю. И вы должны об этом знать. Каждое долбанное видео. Фух, напишите внизу, как обычно, что вы делаете, как вы занимаетесь, что вы умеете, что вы крутите, что вы вертите. Эй! Так вот, просто напишите мне, как у вас дела. Может, у вас какой-то кризис личности, или вы просто хотите чем-то поделиться радостным. Может, у вас родился ребенок или щенок, или вы вышли замуж, или вы поступили куда хотели. Я не знаю, просто напишите мне, что у вас происходит. Также напишите мне свою, не знаю, сокровенную мечту, что сериалы, которые вы смотрите, влоги вы хотите какое видео, что вы хотите, просто пишите комментарии. Не забывайте подписываться на меня в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы знать о моих видео. Не забывайте про Эдфест, там я уже буду в эту субботу, 8 сентября. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, там я замечательный, красивый, не знаю, в Твиттере, там тоже я шучу всякое дерьмо. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, потому что, ребят, у меня потрясающие администраторы, которые делают обновления каждый день. Мемасы, шуточки и прочее дерьмо. Поэтому заходите туда. Вот просто я захожу в ВКонтакт только ради этой группы. И да, с вами был я, Энтони Лай. Главное, помните, всегда оставайтесь верными себе, дочерям всех. Ваших начинаний я вас очень-очень сильно люблю. И да, это все. Это все? О, ты серьезно все? О, твою мать, ну ладно. Увидимся совсем скоро на этом же самом месте. Пока.